Все операции, выполняемые нами, делаются лапароскопическим доступом. Следовательно, у пациентов практически нет ограничений физической активности после операции. То есть мы не боимся развития послеоперационной грыж, поскольку нет хирургических разрезов. Мы не боимся отрыва там, фиксированного, предположим, желудочного кольца или расхождения внутренних швов. То есть вы можете выходить на свою работу и приступать к своей деятельности, сообразуясь своими собственными субъективными ощущениями. То есть если у вас остается после операции слабость, остаются ощущения болезненности в области операционных проколов или в других местах, ну, разумеется, вам нужно поберечься. Если же вы чувствуете себя бодрым, полным сил и в состоянии выполнять какие-то свои, так сказать, функции на работе, вы можете это делать совершенно спокойно.